Где-то 19 или 20, надо проверить, посмотреть, сейчас точно не помню дату. И когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты, и что ни один человек, гражданин другой национальности, там, у кого не имеется паспорт Эмирата, тот не может заезжать в Эмираты, в Дубай и в Абу-Даби. И нам пришлось оттуда уже улететь в Россию. Мы прилетели в Россию. В данный момент я нахожусь в Дагестане, и каждый день я тренируюсь и готовлюсь. Только не знаю, к чему мне готовиться, к какому бою. Если уже когда мы прилетели в Россию, нам уже запретили выезд и запретили въезд иностранных граждан. Точно так же закрыли въезд и выезд в Америке, в Европе, в Эмиратах, в России, везде. Весь мир ушел в карантин, весь мир находится сейчас дома. И вот сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир уже в Америке. Они с каким-то штатом договариваются, что они хотят провести этот турнир в Америке. И в данный момент я уже не могу уже ни вылетать с России, ни залетать в Америку. И в таком, скажем, в изоляции нахожусь. Ну, точно так же, как и все вы, которые вот сейчас смотрят мой прямой эфир. И сейчас уже идет уже переговоры, типа, если даже я не могу принять участие на этом турнире, что они проведут этот турнир со мной или без. Пожалуйста, я не противник того, чтобы UFC организовали турнир.